Максим Воропаев. Вот у нас, можно я вот краешку, что? Для того, чтобы видеть вас хорошо, а то как-то в бездну смотришь. А так, ваши лица, ваши глаза, не у всех, правда, но все равно как-то приятнее. Вообще переживали за сегодняшнюю явку, но у нас плохо никогда не бывает. У нас зал всегда полный. Вот это, конечно, приятно. Я надеюсь, что сегодняшнюю программу, которую Союз пенсионеров России вам подготовил, вам всем понравится. Ну, у нас плохо, еще раз говорю, никогда не бывает вместе с вами. Ну, что еще хотел сказать? Наверное, тоже важно. Важно почему? Вы знаете, что через несколько дней, 18 числа, будут выборы. Мы всегда были активными участниками выборной кампании. Всегда. И от этих выборов многое зависит. Но вот те, кто не участвует в выборах, они не имеют ни морального, ни юридического права требовать потом от власти каких-то изменений. Мы с вами всегда были активны, и я это еще раз скажу. Сейчас много. Это выборы не первый раз участвуете, знаете, в выборной кампании участвуете агитаторами. Сколько грязи, сколько всего негатива, но вот Николая Ивановича, уж как только Меркушкина сейчас. А ведь вы вспомните, мы все вместе, почти все родились здесь, живем здесь, любим свою страну, свою область, свой город. У нас было два губернатора. Что изменилось вот за то время, когда было два губернатора? Только все закрывалось, заводы закрывались, спортивные комплексы продавались, земля уходила, торговые центры пришли к разрухе. Что получилось, начиная 4 года назад, когда назначили Николая Ивановича Меркушкина? Сколько за этот маленький период построили спортивных сооружений? Беда была со спортивным комплексом. Детям негде было заниматься. Это пьянки, это наркомания. Захлестнуло наш город. И СПИД. Мы были везде по всем показателям первые. И сегодня это уже планка снижается. Ну, надо... город преображается. Вы посмотрите, как Новосадово преобразилось. Как у нас... Да, есть неудобство. Московская сейчас, там грандиозная стройка. Ну, не избежать, когда большая стройка, каких-то неудобств. Да, они очень большие неудобства, особенно Приволжскому микрорайону и 14-му микрорайону Кировского района. Но мы надеемся, это все вытерпим, преодолеем. Но зато нашим детям, нашим внукам останется совсем другой город. Совсем. Дай Бог, мы все с вами еще увидим эту красоту. Будем радоваться вместе, когда будут приезжать люди и говорить, как у вас прекрасно. Да, было, когда приходили, все грязь. Но в любом случае, только слепой не видит перемен. Вот я смотрю, все как-то загрустили. Я надеюсь, что я не грустные вещи говорю, а говорю правду. Никогда не врал. И всегда, так же, как и вы, люблю Самару и хочу, чтобы она была краше, лучше, удобно для всех и жить, и работать, и отдыхать. Ну, помните же, наверное, что президент нашей страны Владимир Владимирович Путин, при нем изменения пошли, да? Да, да. Да. И пенсии стали получать. Да, может быть, сейчас сложно с финансами, но мы это преодолеем. Нас не поставить на колени. Что хотел сказать? Мы должны сегодня без оружия, без выстрелов показать всему миру, что мы едины и непобедимы. А для этого нужно не только вам прийти на выборы и показать это единство,
А вот многие партии сейчас это пытаются разрушить. Давайте мы все сделаем, чтобы показать единение народа, российского народа. Придем на выборы, и все увидят большую явку. Это солидарность России, народа Российской Федерации. Я надеюсь, вы все меня поняли. Да? Люблю, ценю вас, уважаю. Вместе мы сделаем праздником.